Хей, окей, с вами Шумки, и мы продолжаем пройти игру под названием Shovel Knight. Так, у нас с вами дальше затерянный город подземного рыцаря. А, не туда, да? Так, здесь. Погнали, огненные типы. Ладно, странные типы. Так, сразу удочку. Так у меня нету кубков, алло. Больше кубков нету. Вот тебе нам. Допустим. Ладно, пойду отсюда. Пока все не потерял. Мне интересно, что тут за челик с конем на голове. Ага, только в спину можно наносить урон. Да ё-моё. Три удара надо. Ой, нафиг надо. Плохо. Та-та-та-та-та-та. Деньги. Ну, локация такая себе. Так. Я понял. Лучше так, лучше не рисковать. Меня веревки пугают. Ух, манай.
Жесть. Да боже, этот призрак мне надоел. Херов рыцарь. Наверх, как я понимаю, можно запрыгнуть. А, найс. Ладно. Недалеко ушли. Так, музыкалка. А, ну рыба, в принципе, работает. Чуть не упал. Халявная десяточка. Ясно. Это не я тупанул, а мой рыцарь. Тупанул не я, а мой рыцарь. Главное, что я успел еще все забрать. Ну, это легкое. Не, панель я сохранюсь. А теперь сюда. Скорее всего, сейчас я и получу вот этот вещь, который, с помощью которого можно летать. Пробивает грязь и толпы врагов. Вы подлетаете с каждым ударом. Что-то я нифига не понял. А, теперь я понял. Теперь я понял. А я уже тупанул, да, получается? Я уже тупанул. Мне только, получается, нужно умереть, чтобы пройти сюда, да? Ну, давайте, в принципе. Тут есть от кого?
Не, лучше не тут. Лучше от врагов. Давайте, давайте. Вот так битвы с боссами происходят. Все неплохо. Мне нужно просто камешки вернуть, которые... которые тут используются. Вот и все. Вот отлично. О, зараза. А вдруг здесь? То есть я упал, ну, я понял. Хорошо, перчатки теперь у нас есть. А что мне мешает вот так сделать? А, вон оно как работает. Нифига себе, как здесь можно. Так, смотрите, здесь мне надо, получается, хоп. Ага, и хоп. Да. Ладно, не беда. Не беда. Да, хорошо. Да ё-моё. Ух, последнюю очередь успел. Ладно, это херня логическая. Здесь нужно два этих использовать. Раз. И два. А, так нельзя прыгнуть. Ну ладно.
просто нужно было не атаковать сверху. Рыцаря вообще, короче, нужно было не трогать. О, так... Они превращаются в слизневых этих? При касании с этим шариком. О, тихо, это опасно было. Плевать. Главное, что я остался при своем. Ага. Так, ну туда я уже не попаду, это по-любому. Ладно. Можно алмаз получить огненный. Но эта территория довольно опасная. О-хо-хо, сколько денег. Готово. Давай посмотрим, что будет. Если что, перчатку буду использовать. Ладно. Сейф, тут секретка. Тут секретка. Курятинка. Если дает урну, значит нужно будет перчатку использовать. Выглянул на свет землекоп. Ты сейчас сам не заблудился? Эти руны принадлежат векам. Подземным рыцарям. А теперь мне. Ну вот вопрос. Поважение. Это и есть твой инструмент? Ха. Поразительно, мне казалось, что ржавая безделушка не прокопает и метра. Я тебе зарою. Тихо, я пытаюсь переключиться. Ну, он какой-то... Не очень-то сложный, на самом деле. Я даже, считайте, магию не использовал. Но его очень можно быстро убить, когда он начинает кидать свои шарики. Это после поездок с звездочками. Плюс одна еще КПшка будет у меня сейчас. В сундуке. Либо это хера денег.
Неважно. Давай, то, что я думаю. Изи. Плюс хп. Купон. Плюс купончик, плюс купончик. Так, следующая территория. Там черный рыцарь, смотрите. Ага. Так, ну я по факту теперь могу и в нижнюю часть пойти. Там, где секретная территория. Ладно, давайте я сейчас в город вернусь. Быстро сдам все, что у меня есть. Прокачать себе ВХП. Чудесно. Посмотрим. О, ты нашел вальс короля Рыблок. На моем первом выступлении король Рыблок начал хлопать плавниками и зрек. Я так рад, что вот плюнул. Что было дальше, я предпочитаю не вспоминать. Теперь у меня есть ноты, и я могу в любой момент. Давай. Мистейк. Это последний, да, кувшин? Так, ну, в принципе, тогда, я думаю, на этом можно заканчивать. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока!